Мы продолжим выпуск. Гидрогелевые шарики стали угрозой для детей. Они их глотают и оказываются на операционном столе. Дело в том, что так называемые орбизы имеют свойство увеличиваться в размерах во влажной среде. Врачи говорят, самые настоящие убийцы кишечника. Истории родителей, которые столкнулись с этой проблемой, выслушала Азиза Закумбаева. Полуторагодовалая Фатима поступила в больницу с симптомами отравления, рвота, потеря аппетита. Мама даже и не подозревала, что ее дочь проглотила гидрогелиевые шарики, так называемые орбизы. Вот они, еле различимы на рентгеновском снимке. Сейчас опасность уже позади. Она вообще лежала, не стала вообще. Два дня рвота, и мы сперва инфекционно были, потом сюда перевели, на скором приехали. На вид привлекательные, на ощупь приятные. В организме эти самые орбизы разбухают и могут привести к летальному исходу. Опасность в том, что именно эти шарики, они, попадая в кишечник, допустим, как в нашем случае, начинают разбухать и наступает неукротимая рвота. Ребенок ничего не ест. Благо, все обошлось. Родители вовремя обратились за помощью. Практически в одно время с Фатимой поступил и еще один ребенок. 11-месячный мальчик тоже проглотил орбиз. Врачи успели спасти и его. Эти шарики могут вызвать нарушение стенки кишки и может привести к некрозу, то есть омертвению тканей кишечника. Но это уже... Гидрогелевые шарики становятся все популярнее. Купить их не проблема, стоят недорого. Но вред организму, особенно детскому, могут нанести серьезный. Владельцы одного из столичных магазинов с детскими товарами в ущерб прибыли. А орбизы сейчас на расхват. Решила не продавать их у себя в отделе. Считают им место в специализированных павильонах. Орбизы – это не игрушка. Ее вообще придумали для садоводческих предназначений, для цветов. Вот. Просто мамы у нас адаптировали его для развития моторики. Вот такие игрушки, ну не игрушки даже, такой метод нельзя использовать именно детям младше 4 лет, потому что это чревато опасность в том, что ребенок может незаметно проглотить этот шарик. Поэтому орбизы в магазинах, особенно где продаются игрушки, не рекомендуют. Подобных товаров на прилавках сейчас более чем достаточно. В качестве аналога для развития моторики предлагают кинетический песок или тесто для лепки. Конечно, глотать детям это тоже не рекомендуется, но, по крайней мере, они не так опасны. Ребенку до 4 лет крайне нежелательно для развития мелкой моторики давать мелкие предметы. Это сыпучие пески, орбизы и пластилин. Поэтому... Дорогие родители, вы должны понимать, что вы, если купили что-то мелкое и сыпучее, скорее всего, ребенок это проглотит. И, скорее всего, вы окажетесь в больнице. Желательно использовать для развития мелкой моторики крупные предметы, которые ребенку никак не навредят. Тем временем в детских магазинах продолжают абсолютно свободно реализовывать эту продукцию. Официального запрета нет. А вот спрос огромный. Молодые родители продолжают буквально сметать с полок орбизы, даже не подозревая, какую опасность несут в себе эти, на первый взгляд, безобидные шарики. Азиза Закумбаева, Полина Зачиналова, Арман Ахшабаев, Хабар 24.